Так, билетик у нас приобретен, стоит дать удовольствие, это где-то 110 гривен. И вот наш вагончик, который повезет нас наверх. Так, мы отправляемся на гору Яшика. О, уши заложила уже. In Germany, it's very hard to find God's stone. Вершина горы Яхин. Очень большая облачность, но в принципе, вот то, что вы видите на заднем плане, это очень красивый лесной и горный остров Сада, который в яркую солнечную погоду, можно сказать, плывет по морю. Такое ощущение. Это мы видим Японское море. С этой стороны горы Яхика открывается замечательный вид на Ниигата. На город, который находится первый на японском побережье, в котором находится галерея природного аквариума, в котором очень холодные зимы за счет того, что рядом находится Японское море. И сейчас мы попробуем приблизиться к городу. Уже видны огни. Красота.